Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и внезапно... А? Как тебе такой барабанщик? Внезапно, ну как внезапно, запланировано, но я скажу, что внезапно, потому что я весь такой, короче, внезапный. Сегодня у нас будет распаковочка. Xbox One X заявляется, не знаю, не проверял, но заявляется, и многие подтверждают, опять-таки я не знаю пока что, что это самая мощная консоль в мире на текущий, мать его, момент. Короче говоря, это как Xbox One, только Xbox One X, а это типа мощнее. Мы сегодня с тобой, сейчас буквально возьмем... Возьмем и вспомним одну из игр, в которую мы с тобой играли, распакуем Xbox One X, или как я шутку придумывал, может быть, я ее расскажу, может быть, и нет. Короче, сейчас пока не буду рассказывать, ладно. Распакуем, посмотрим, что внутри, и попробуем его потестить. Прислали мне его Wargaming, это компания, ну, я думаю, ты знаешь, делают, которые танки, World of Tanks, Wargaming. Прислали мне ее в честь выхода, или как-то, или как правильно, или... В честь выхода World of Tanks также на Xbox One X, я так понимаю, с хорошей графикой, со всем, чтобы просто посмотрел на картинку и начал плакать от восторга, насколько же классно на самой мощной в мире консоли работает игра. Ну хорошо, давайте, короче, я вскрываю, окей, сейчас ножичком пырну, сейчас опачки, и вот так вот еще опачки, хорошо. Открываю, внимательно смотрим. Короче, первым, что у нас с тобой есть, это... Xbox.com, Xbox One, Getting... Короче, с чего начать? Написано, с чего начать. Какой-то Game Pass и Live Gold. Live Gold это... Это, наверное, сервис типа какого-нибудь, да? Типа сервиса, окей. Game Pass, проход на BioShock, Saints Row, Max, Mad Max, NBA 2K16, Fable 3. Fable, кстати говоря, теперь у меня есть Xbox, это значит, что мы можем с тобой Fable 2 поиграть, потому что второго Fable, по-моему, не выходило нигде, кроме... Xbox 360, наверное, да. И с чего начать? Краткое руководство, потому что нужно взять провода, вставить их туда, вставить их сюда, джойстики, батарейки. Короче говоря, в этом тушь я, наверное, без инструкции разберусь в конце. Что, я не мужик, что ли, что тут с инструкциями сидеть разбираться? Ага, да. С инструкцией разбираются только слабаки. Говорят все, а потом оказываются в больницах или палец отбивают. Окей, это я пока кину сюда. Это мне... Так, я вижу уже сам Xbox, вижу. Кое-что сказали мне про него. Это ножик уберу подальше, потому что мало ли кого-нибудь пырнет. Сказали мне, что в этой версии Xbox One X убрали блок питания внутрь самого Xbox One. Я без очков, потому что мне будет светить в этот, если что. Убрали блок питания внутрь, потому что вроде как раньше я ни разу Xbox вообще вживую не видел, ну, в принципе, близко, поэтому я об этом не знал. Был блок питания огромный у него, и поэтому это было неудобно. Теперь его решили убрать внутрь, но об этом мы узнаем чуть попозже. Короче, маленькая коробочка, хорошо, что у нас тут? Тут у нас кабель, это что? Это HDMI, окей, HDMI положу пока сюда его. HDMI кабель, допустим, здесь у нас кабель... Питание, кабель. Тоже каждый пока рядом положу. И поролончик. Классно, это чтобы, знаешь, типа, у меня есть смартфон, смотри. Пик-пик-пик. Алло, Xbox One, привет, я тебя сейчас раскрою, сейчас не жди, не паникуй, сейчас все будет. Позвонил мне, говорит, доставай меня уже быстрее в конце от концов. Это джойстик, я так понимаю, да? И батарейки. Давненько я в комплекте нигде не видел батарейки, если честно, потому что батарейки в комплекте мало где вообще идут. Так, окей, джойстик, ну это такой же, как у меня, наверное, для компа. Они взаимозаменяемые, они типа одинаковые. Но он этот, он, подожди-ка, он чуть-чуть, он шершавый. Он немножко шершавый, это, по-моему, это не так, как на моем, потому что на моем он гладенький. Я, если не забуду, то покажу тебе потом в сравнении. Окей. Так, батарейки, джойстик. Все это вставляется внутрь. У меня джойстик, короче говоря, с этим, как его с... Как это правильно сказать? С аккумулятором. Но аккумуляторы продаются для этих джойстиков отдельно, поэтому... Так, ладно, хрен с ним, как это все пока одевается. Разберусь потом, сейчас не до этого. Положу пока сюда. Как-то, я не знаю, тут вроде то ли одинаково, то ли нет. Пускай пока тут полежит. Короче, дальше...
провода и коробочка. Это все. Маленькая комплектация пока что. И, я так понимаю, сама коробка. Сам Xbox. Ну-ка. Ираси. Довольно тяжелый парень. Довольно тяжелый. Опять с поролонками. Поролонки — это хорошо, они защищают его от всего. Запак. Сейчас, секунду. Ага. 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 Ты бляха. Тяжелый он в натуре, смотри. Вот. Короче, это сам Xbox One X. Вот тут написано Xbox. Вот тут написано X. Я не знаю, связано ли это с чем-нибудь. Или, может быть, так оно и будет написано. Скорее всего, он, наверное... Привет от Сиэтла написано. Привет, Сиэтл. Короче, здесь есть кнопка «Не удаляйте». А, прежде чем передвинуть консоль, выньте из нее диск. Окей, но у меня там диска вроде нет. Это кнопочка для, по ходу дела, соединения с джойстиком. Должна джойстик такая же, есть кнопка включения. Один USB-шник. Один USB-шник всего. А, нет, сзади, вот еще, смотри-ка, сзади еще два USB-шника. Вот, смотри, ты видишь? Вот, смотри, вот USB-шник, вот USB-шник. Два HDMI, один to TV, это типа в телевизор, другой from... А, один сюда, другой, по ходу дела, отсюда. Не понимаю, как, в принципе, можно сюда что-то воткнуть. Ну ладно. У нас сегодня не про это разговор. У нас сегодня про то, как мы распаковываем Xbox One X. Он тяжелый. Он тяжелый, сразу хочу заметить. Он реально тяжелый. Ну такой мясистый, увесистый. Наверное, он должен стоять... Да, но, судя по ножкам, он просто стоит на полу. На полу или на полке, или где-нибудь еще. Такой вот внезапный подарок. Я... Буду с этим делом разбираться, я буду это дело подключать, я буду это дело настраивать, я буду с этим делом что-то делать, с этим делом нужно куда-то его поставить, подключить к компу, и посмотрим мы с тобой на World of Tanks, как она выглядит на Xbox One X. Поэтому я пошел, а ты никуда не ходи, видео сейчас сразу такое продолжу, смотри, вот так вот. Ну так вот, собственно, World of Tanks. Ни разу я до этого момента... Привру чуть-чуть. Не играл в эту игру. Я играл в нее, когда... Ну, я в нее немножко разобрался, вообще покатался, поездил, понял, на какие кнопки нажимать. И выяснил одно. На самом деле, я топ. Я топ, вообще тащер этой игры. И благодаря мне даже один раз катку затащили. Короче говоря, все нормально. Я умею, я знаю, куда нажимать. Все, на... Джойстики очень удобно. Короче говоря, первое, что я подохерел от этой игры, это, во-первых, то, что здесь херова гора танков. Здесь, бляха, каких только танков нет. Это же обосраться, сколько здесь танков. Знаешь, сколько здесь танков? Здесь танков до хера... Ой, я бой уже нажал. Бляха, ладно, потом покажу. Короче, танков здесь просто вагон. Там такое дерево, из них один идет, другой идет, третий из него выходит, четвертый сюда, пятый туда, 18-й тут, 19-й здесь. Короче, обосраться, сколько много танков в этой игре. Не знаю, как в этом люди вообще во всем разбираются, но это... Это жестко. Короче, у меня, я так понимаю, есть какие-то аптечки, есть какие-то запасы ремонтные, есть бригада пацанов, которые в танке у меня там сидят. У меня парочку раз даже одного глушанули. Вынужден был я его лечить. Графа здесь вообще козырная, кстати говоря. Я научился кататься на вот этих тяжелых танках. Мне сказали, что это типа самое легкое, с чего можно начать. Тяжелые танки, советские, из какой-то... Какой-то из. Здесь охеренная графа. Но все-таки заявляется, что самая мощная консоль в мире, что Xbox One X, там все дела. Короче говоря, очень-очень много всего. Я научился командовать ребятами, то есть я говорю без проблем так точно, я говорю защищайте базу, и они защищают, и все хорошо. Я научился стрелять, я научился перезаряжаться, я научился попадать, вообще во все, что можно. Главный посыл этой игры — это... осторожность. Я понял, что если ты играешь без осторожности, то твоя корма, твои гусеницы, твоя ходовая, твоя, блядь, любая часть, короче, просто приходит в негодность, ты умираешь. Что такое? Тихо. Это самый, блядь, отвратительный звук в игре. Ненавижу этот звук в игре. Ненавижу, сука, этот звук. Это значит, что меня кто-то запалил. Но это означает, что я могу кого-то запалить. Я вот сейчас лечу прям в самую жопу, и я делаю все правильно. Я сейчас просто беру на... Бляха-муха, беру, сука, на абордаж. Опа, спокойно. Тихо. Все, вижу. Где? Нет, опусти, спокойно. Бляха,
Да идите в жопу, так я поехал назад. Все понятно. Опачки, папарочки. Спокойно, 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 спокойно. Да иди, твою мать, стой! Куда ты уехал? Сука. Неправильно я себя веду, неправильно я поступаю. Делай. Ах ты ж етит, твою мать, ты мелкий засранец. Ты, блядь, понимаешь, кого ты стреляешь вообще? Нет? Ой, все, беда. Сейчас затараню, затараню, тараню, тарань! Тарань его, блядь! Уедет же, сука! Ай, Б, быстрее, 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 быстрее. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, вон того не пущу. Того я сейчас задавлю. Я этих чуваков давлю только в путь. Они даже не понимают. Ой, меня сейчас убьют, меня сейчас убьют сзади, сука, кто-то убил. Бляха, муха, кто-то его убил. Не-не-не, ты не думай, что я катаюсь просто так на дурачка, но угад, я знаю, как это делается, я знаю, куда ехать. Я знаю, что мне пора остаться где-то в засаде и подождать конца боя. Потому что у меня остался один выстрел. Остался у меня один выстрел, и сейчас он мне прилетел. Окей. Насколько я понимаю, когда я выхожу из катки, ничего страшного не происходит, меня уже все равно разъебали, как ни крути. Я просто вынужден буду подождать, пока мой танк вернется из боя, когда эта каточка закончится. В этом нет ничего страшного. Так вот, куча техники, вот. Бляха, как вообще в этом во всем можно разбираться? Как можно это... Ты посмотри, сколько здесь танков. Более 400, по-моему, видов, чего только здесь нет. Нации, по нациям, по этим, по всяким, по еще чему-то. Короче, куча разных стран, куча разных танков с непонятными мне названиями, с непонятными мне какими-то эволюциями. Как покемоны. У покемонов меньше было эволюции, чем здесь. Короче, я за Советский Союз посмотрел, тут просто куча всего. И я так понял, что самый логичный выбор для меня, так как я херово занимаю позиции, так как я не понимаю, куда мне, в принципе, ехать, особо как стрелять и чего делать, изначально я выбирал самые тяжелые танки с самой большой живучестью. Самая большая живучесть — это вот этих вот ИС-7, ИС-4, вот это, знаете, 78 живучесть, 84, но... Они очень медленные, они стреляют очень медленно, и меня это, на самом деле, не особо радует. То есть ты стреляешь и сидишь, перезаряжаешься, и, блядь, фу, 30 секунд почти он перезаряжается, а в это время тебя разъебывают. Поэтому я нашел себе, знаешь, какой? Сейчас у меня тут сортировка. Во, Черчилль 3! Короче, я не знаю почему, но эта херня стреляет очень быстро. И именно на Черчилле 3... Нет, даже не на Черчилле 3, я на ИСе как раз таки, на ИСе, правильно, на ИСе разъебывал абсолютно все, что можно было, и дожил до конца катки, убил одного человека, пять раз кого-то попал, и вообще красавчики. Молодец, здесь очень хорошая графика, вот, бляха, я прям включил, я пока тренировался, я же подключал к телеку, а телек у меня побольше, чем монитор. Там прям вообще, там пикселюхи прям в глаза такие, на, посмотри, какой я четкий пиксель. Погодные условия какие-то, чего только нету. Кстати, на Xbox'ах играют вместе обладатели Xbox One и Xbox 360. То есть игрушка доступна на практически на всех платформах, на двух поколениях, на пяти консолях. Это получается PlayStation 3, PlayStation 4, это Xbox 360, Xbox One, вот Xbox One X. Или как его называют, Хуан Хэ. Xbox One это просто Хуан, а Xbox One X и X это Хуан Хэ. Это шутейка моя великая, я ее сам придумал. Я горжусь этой шуткой. Это одно из тех дел, что должен сделать настоящий мужчина. Посадить дерево, вырастить сына и придумать смешную шутку про Хуан Хэ. Короче, здесь все падает, все ломается, все куда-то этвается. Какой-то танк у меня был, на него вообще кто-то пиво забыл. То ли пиво, то ли что-то типа, ну, короче, ящик стоял. Вроде как, если здесь пойдет снег на каких-то снежных картах, то если танк не будет двигаться, вот тупо... Чего, блядь? Его тупо снегом завалит. Так. Так точно, я скажу так точно, окей? Че ты, блядь, бубнишь? Хорош! Виктор Мелдрю, хорош бубнить, нахуй. Ну, бляха, сиди мне тут наговаривай. Ты мне тут не лезь, нахуй, в мою игру. Я сам знаю, что куда ехать, что куда стрелять. Давай какой-нибудь шумного. Сос, пацаны. Со мной разговаривает Виктор, он мне не нравится. Он мешает мне. Куда я еду вообще? Так, я еду все про... Опа! Опачки, папашечки. Смотри-ка. Короче, нужно сначала приблизить, потом еще сильнее приблизить и потом жахать. Сука, не видно. Ладно, поехали вперед. Подожди. Че ты сказал сейчас? Че ты, блядь, сказал сейчас? Я не понял. На позиции. Он, посмотри-ка, еще посылает кого-то куда-то, упырь. Вот, ну, понаберут в команду раков-то, блядь, попробуй с ними выигрывай. Ведь серьезно, это те... люди такие, они только разговаривать умеют. Надо не разговаривать, надо меньше трындеть, больше работать. О, смотри, завалили кого-то, я кого-то запалил, кого-то завалили. У меня, короче, куча достижений, я, короче, все умею, все знаю.
Все, езжу. Я могу давить дома. Ты что застрял-то? Ну-ка езжай быстрее, давай, алло. Сейчас я покажу тебе в конце концов класс. Опа, спокойно. Смотри, 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 смотри. Ап, не попал, хорош. Не попал, не туда надо было. Вот, он очень быстро стреляет. Это очень хорошо. Мне нравится, когда танки быстро стреляют. Я сейчас реально, я сейчас зайду, короче, прям в упор. Прям подъеду и прям разъебу. Опа. Сука, не попал, прикинь. А ты падла, ушел, сука. Ладно, тихо, отходим. Это опасный маневр. Здесь, конечно, все драйвово, весело, но, блядь, осторожность никто не отменял. Осторожность, сука, никто не отменял. Я говорю, не отменял, сука, осторожность никто. Куда выехал-то? Ха-ха, выехал, смотри. Молодец такой. Ну-ка, давай, 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 давай. Спокойно. Куда, сука, на КВ лазей? Хорош, блядь, бубнить-то, слышь, чё? Тихо. Кто? Вот откуда? Вот серьезно? Как же ты заебал меня, заткнись! Как вот не люблю я этих людей. Зайдут, что-то начнут пиздеть, что-то рассказывать, что-то мудить там. Ты должен давать краткую и четкую информацию. Пацаны, запалил, пацаны, вон там, засада, все, поехали. Нет, блядь, будет хафетэйка, Сбивает, понимаешь, такие люди сбивают настрой на катку. Кого хера я вообще должен слушать какого-то Виктора, сидит мне. Так, С4 мой приехал, хорошо. Давай возьму С7, потому что на нем я тоже мастер, у него чуть... побольше мобильности, и это на самом деле радует меня. Но, по-моему, на нем я делал все красиво, и сейчас я тебе покажу, как делать все красиво в этой игре. В этой игре, чтобы сделать все красиво, нужно, во-первых, джойстик. Джойстик, кстати, такой прикольный. Я покупал, который для компа джойстик. Ну, он такой же, они подходят, в принципе, для компа для этого, но он не такой шершавый. Этот джойстик, он прям шершавый, а тот, короче... А этот не шершавый, вот видишь? У меня два джойстика. Этот, я не знаю, где показать. Этот, короче, джойстик шершавый. Вот, смотри. Слышишь? А этот? А этот нет. Этот джойстик прикольненький, мне нравится больше. Я не знаю, может, какая-то новая ревизия или что-то типа того. Ладно. Так, все. Во, снежная карта, зима. Давай попробуем, короче, что будет, если я просто буду стоять. Вроде как говорится, заявляется, что если ты будешь стоять, когда идет снег, то тебя завалит снегом, и ты будешь как снеговичок. Тебя не будет видно, тебе все будет весело, тебе все будет хорошо. Ну, снег не идет. Ну, хорошо, снег не идет. Постедим так, подождем. Я тебе сейчас показываю, как не нужно себя вести в боях. Ты же, наверное, подумал, что я не умею играть или что-то там все куда-то лезу. Нет, я тебе просто показываю, что вот так вот делать не нужно. Так вот делать не надо. Нужно сделать так, чтобы все было красиво. Поэтому сейчас я беру и делаю красиво. Поехали. Нам нужно не вылазить на передовую. Нам нужно не ехать вперед паровоза, не тащить вперед папки, просто приехать и из-за укрытий, из-за прочего пострелять. Я надеюсь, здесь никакого Виктора не будет, который будет мне пиздеть и мудеть мне в ухо постоянно. Я думаю, сейчас все будет хорошо, все будет красиво. Мы сейчас занимаем плотную линию обороны. Я тебе как мастер тебе рассказываю, слова которых я ничего не разбираюсь, слова которых я не понимаю. Это, блин, ну ты что, это мось? Опа, 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 спокойно, я что-то слышал, это плохо. Я хотел так сломать этот сарай сам, здесь все разваливается, прикинь. Все можно сломать, ну кроме вот этой лестницы. Сарай, да хватит меня палить-то, собаки. О, уже стреляют, сука, ты посмотри. Противник обнаружен, хорошо. Противник обнаружен, но он спрятан за скалой, собака такая. В смысле? Как? Как они меня так видят? Да ети твою ж мать, вы что, блядь, со всех сторон меня пальцы-то? Я как-то все пытаюсь аккуратненько засесть, а в итоге аккуратно... Ой, смотри-ка, надо пониже, пониже, пониже. Вот, вот. Смотри, сейчас попаду. На, сука. Не попал, серьезно? Обыдненько. Так, а че я опять один? Ох, как я не люблю сыкунов в команде, вот просто серьезно. Не люблю сыкунов в команде. Ни в одной команде я не люблю сыкунов, которые со мной ходят. Спасибо, чувак. Так вот, не люблю людей, которые сидят там, как крысы, где-то прячутся, никуда не едут. Надо ехать в бой, брать противника неожиданностью, чтобы он нихуя не понимал вообще. Просто внезапно на тебя в лоб налетает 4 танка, и ты... А что тебе делать? Все, ты умираешь.
Давай я тоже посижу, покрысятничаю. Почему бы нет? Давай, так из-за ука. Ой-ой-ой, спокойно. Пушка неманевренная становится. Тихо. Бляха, они все за тем холмом. За тем холмом все херово. Оп-оп-оп-оп, спокойно. Нет, он тоже, сука, за камнем, падла такая. Все попрятались. Опа-опа-опа-опа-опа-опа. Да за камнем что-то мне показывает, что. Так, ладненько, где пацаны наши? Че у нас пацаны? Ой, пацаны, не толкайтесь. Поехали вон к тем. Эти тут два сукуна, походу, неделю будут стоять. Вот там прилетает пацанов и дал по 300, по 400. Сейчас они все лягут. И если я их не спасу, то их не спасет уже никто. Я должен помогать пацанам, я еду. Я еду помогать. Все, не бубни, давай. Не гнидай обстановку, все нормально. Никакие противники, никто меня не обнаружил. Все, я всех убил. Все, кто меня обнаружил, я всех убил. Это были два чувака на этих газонах. Во, тихо. Блях, очень далеко, никого не видно. Все за какими-то скалами, все попрятались. Ой-ой-ой, вот это откуда прилетело? Ага. Попал, красава, спокойно, есть пробитие, отходим. В смысле, бляха, почините шасси-то, экипаж, красавцы. Мне починили шасси очень быстро, это хорошо, спокойненько. Тихо, я в засаде, блядь, склад сломался. Я хотел встать в засаду, а меня не заметили. Вы серьезно? Ой, ебать. Как они меня видят? Я не понимаю этого. Наверное, это все вырабатывается с годами, а вырабатывается с месяцами, но... Я, когда тренировался, когда я учился играть, у меня получался гораздо лучше. Возможно, просто игра поняла, что этот скилл невозможно пускать в обычные катки, он пускает меня в убер-элитные какие-нибудь катки. Хорошо. Живучесть 71. Мобильности вообще никакой. Давай выберу что-нибудь поживучее, помобильнее. У тебя вот этот вообще не мобильный. Ну, походу, жесткий, наверное, да? Незаметность, огневая мощь 49. Блин. Сейчас я выберу танк какой-нибудь получше. Я тебе серьезно говорю, сейчас найду. Не знаю, почему вот этот. Пусть... Он помечен у меня какими-то вон с этими золотыми статусами. Может, он какой-то козырный. Ха-ха-ха, я в этом не разбираюсь. Но мы сейчас поймем. Мы сейчас все поймем. Серьезно, очень здесь хорошо все с графикой. Какие-то погодные условия, тут всякие дымы, когда что-то горит, ни хер не видно, самолеты сверху летают, вообще выбивают меня из колеи моей. Я еду спокойно, какие-то самолеты начинают летать, что-то где-то, что откуда палит. Не то ли в меня палит, то ли я куда-то палю, то ли чего, то ли того. Ой, бляха, как же у меня иногда здесь мозг взрывался от этого всего. Серьезно, представляешь, ты в первый раз такой заходишь, короче, херак. Чего только нет, что только не происходит. Все везде стреляют, везде какой-то огонь. Я все время почему-то... Почему я все время нахожусь в самом впереди? В самом впереди. В самом переду. Давай я подожду и с пацанами просто поеду. Мне кажется, так будет логичнее. Если я не буду особо высовываться, то все пацаны поедут впереди. Смотри, как хитро поступаю. Я еду назад. Никто не знает, что я делаю, а я делаю красиво. Я сейчас буду командовать, смотри-ка, можно стрелять. Окей, я сказал, что можно стрелять. Теперь мы поедем. Вот серьезно, я не понимаю их маневров временами. Пацаны едут вообще в край карты. Зачем? Если нам нужно ехать убивать других чуваков, здорово. А, да, здесь, кстати, куча маскировок всяких, ты видел? У чувака кусты, блядь, на танке выросли. Это не значит, что он его давно не чистил, тут типа маскировка такая. Я посмотрел, там куча всяких маскировок, какие-то городские, пустынные, снежные, камуфля, чего только нету. Здесь очень прям все это можно сильно настраивать. У меня что-то... Чего у меня дымится? А, я... Это просто, это хлопнуха, я думал, меня уже подбили. Не успел, блядь, в катку зайти, уже подбили. Короче, смотри, делаем красиво. О, смотри. Можно в своих стрелять, и ничего не будет. В своих нельзя бить. В своих урон не проходит. Да отойди ты, я тебе же штяну, ну серьезно, ты видишь, ты, сука, сам меня подрезал, понял, нет, кустарник. Орудие заряжено. Давай я ему что-нибудь скажу, смотри-ка. Подожди, он должен развернуться, я ему скажу, защищайте базу. Нет, вот именно, блядь, ладно, я хотел именно ему сказать. Короче, у нас что-то появляется на мини-карте, это означает, что там какие-то позиции или что-то, или типа того. Мы сейчас пока что защищаем. Никто никуда не едет, никто никого не обнаружил. Очень странная катка на самом деле. Возможно, я попал к профессионалам.
Я вообще, когда первый раз начал в нее играть, я попал на чемпионат мира, и меня сразу взяли в команду. Я тебе серьезно. Вот они, блядь, сидят за кустами и никуда не едут. Посмотри, давай я тоже за кустами посижу, почему нет? Только тут не видно никого. Все за кустами сидят, а? Я еду в очень херовое место. Я сейчас выйду на открытое пространство, и меня реально расстреляют опять. Нужно внимательнее смотреть по всем сторонам. Все, что где-то палится, все нужно запаливать и разбивать. Вот эти 3-4 пацана, вот они красавцы, они едут толпой. Сейчас вот этого Тауби Комика 7 просто съедят. Тихо, что это? Я поеду в тылы к врагам. И никому ничего не дам сделать. Спокойно, нахуй. Я боюсь этих звуков. Как только я слышу какой-то звук, у меня постоянно что-то пролетает. Но пока что не в меня. Так, вот этот чувак сегодня точно попадется. Я, смотри, я ему наперерез еду. Так, ну они все, в принципе, справа. Значит, они попасть пока по мне не должны. Значит, я вроде как пока в безопасности. Ты хочешь сказать, что я неправильно еду, что я как бы не занимаю позиции, но я еду все правильно, я еду в тыл. Никто меня не видит, никто не замечает. Все думают, что мы атакуем одним фронтом, одним боком. Что атака у нас простецкая и никчемная. Хоть-то там. У нас атака была размеренная еще и придумана еще до того, как мы в эту катку зашли. Сейчас все атаки придумаем, спокойно. Я тебе 100% скажу, что выезжать на открытое пространство — это глупо. Но так я буду увидеть. Опачки, все. Началось. Блять, отходим. Ну, блять, не опускается. Опустись, вот. Дашь, мать твою, ну столько целился, ну чтобы вот так вот, обидно. Они обосрались, ты понял? Они меня не ожидали. Это означает, что я делаю все правильно. Они не думали, что здесь кто появится, они не думали, что здесь такие отвязные люди, которые просто заедут на гору и начнут их разъебывать. А есть такие у нас? Есть! Спокойно. Так, ладненько, я буду поджидать его тут. Вылазь, сука. Попал. И в него еще кто-то попал. Тихо. Не, чувак, даже не думай, я не дурак. Вот, смотри слева, смотри. Сука, они прям поехали его сзади. Потому что ты мудила, ты... Я сделал так, чтобы он... О, все, пердак подгорает, смотри, как у него. Ой-ой-ой, кого-то пердачил раз... Ой-ой-ой, смотри, как... Ну не красавчик ли, скажи мне? Ну разве я не ввел смуту, сумбур? Я вынес им мозг, они не понимают. В смысле, как так? Чувак, на открытом пространстве, серьезно? Блять, такого быть не может. Вот нам повезло. А не, им не повезло. Им не повезло, не-не-не. Это я приехал, чтобы, блядь, голову им снести. Чтобы они не поняли ни хрена. Пока мои ребята в это время подъезжают с тылов, с боков и начинают разъебывать всех, кто остается. И красиво. Там кто-то наш базу, походу, захватывает. Вот падла. Ну подожди. Тихо. Что тут по противникам? Все нормально. Я захватываю базу. Ни разу еще базу не захватывал. Захват, брат, противник, захватчики 1 из 3. Смотри, сейчас захватчики будут 2 из 3 у нас тут. Сейчас я подъеду, будет 2 из 3. Мы перегоним, смотри. Да, 2 из 3. Ой, сейчас перегоним. Ой, перегоним. Перегоним. Я здесь, не ссы. Охраняю, все нормально. Я пока заборы поломаю. Бляха, как же тут все ломается, смотри. Кто-то трусы постирал. Нет больше трусов, пиздец. Кто-то остался без трусов. Так, мне из круга выезжать нельзя, иначе у нас будет... А все, противник-то обоссался, назад едет. Хотя их осталось всего 4, а наших сколько осталось? 8. Ну ты понял, в чем прикол? Ты понял, как я внес сумбурс? Сумятицу внес в ряды противника. Он ничего не понял. Такого просто в танках не бывает. Не бывает таких дураков. Дураков на таких танках в этой игре нет. А я тоже не дурак. Понимаешь, я по схеме, по стратегии работаю. Все красиво. На, вот обосрался чувак немножко сейчас раз. Думает, откуда, бляха. Да я угораю, че ты? Угораю я, ну. Сос, помогите. Эй, ты куда поехал-то? 3 секунды осталось, все. Я думал, что-то не так. Вот так, понимаешь? Просто аккуратно здесь не работает. Просто аккуратно — это стандартная тактика.
Я ведь кого-то подбил, смотри-ка, 390 нанесенного урона, ты понял? Не каждый так умеет. Не каждый может 390 урона нанести. Это одна из ярчайших тактик. Это тактика внезапности. Тактика того, что ты никогда такого в реальной жизни не увидишь. Но я заезжаю и показываю, как это может быть. Так, короче. Живучесть, огневая мощь 49, КТ-1. Незаметность мобильности вообще никакой. Т-10. Бляха, давай-ка возьму вот этот, почему бы нет, не знаю только почему. Или опять из взять. Я смотрю, что здесь чем меньше патронов у танка, тем, скорее всего, он медленнее стреляет. Из 7. Из 7 купить машину. Так, давай вот на этом я ни разу не ездил. Ну, блин, мне так нравится Черчилль, короче, который тут. Он такой, знаешь, он маленький, плюк-плюк-плюк-плюк-плюк. Ездит, как из пулемета, бляха, стреляет и всех убивает. Сейчас я тебе покажу, как на нем тащить. То есть я тебе показал, как тащить на тяжелом. Это один из способов, одна из стратегий, стратегия внезапности. Стратегия дурачка, в кавычках. Потому что противник не ожидает дурачка. А ты ему предоставляешь дурачка. Он теряется, не понимает, что делать. Все внимание на тебя. Все, понимаешь, все они как куры, блядь, на пшено. Они танк на открытом пространстве. Все сразу едут тебя попасть, в это время ты немножко отъезжаешь. И пацаны просто с боков тиски зажимают, и все. И конец. Победная катка вообще 100%. На изичах просто взяли, затащили. Все, сейчас делаем аккуратно. Сейчас делаем так, как, в принципе, играет большинство игроков. Делаем на аккуратности, как-то вот так, как-то тут, как-то там. Не умираем, особо никуда не лезем. Просто подстреливаем по гусеницам там еще куда-нибудь, обездвиживаем врагов, и все, заебись. Ай, поехали. Так, нам нужно вон на те позиции попасть. Хорошо. Ну ты, бляха, отойди, но... Внимание на квадрат. Так точно. Окей, я понял. Так точно, пацаны. Я с вами. Я поддерживаю атаку. Сейчас я только разгонюсь. Короче, он чуть быстро стреляет. Мне вот это нравится. Орудие перезаряжается. Сколько там? 5 секунд? Опа, меня уже тут спалил. Ты понял, сука? Я не успел оружие перезаряжать, тут меня спалил. Я так понимаю, что в тонкостях этой игры заложено, что каждый патрон, скорее всего... подходит под какой-то определенный тип брони на танке или что-то. Потому что для меня вот 70-69 это абсолютно одинаковые патроны, только формы отличаются. Но что-то мне подсказывает, что вот этот патрон, который 69, они более пробивные для слабой брони, наверное, потому что они более острые и что-то типа того. Но я в этом не особо силен. Я просто еду с пацанами, чтобы пытаться затащить и еще одну катку нормально. И причем подамажить сегодня как следует. Так, вон там разборки. Поеду я туда, наверное. Пусть пацаны едут на базу, я сейчас зайду немножко с тылов. Ты куда отъезжаешь-то? Все стреляют? Не ссы, чувак, я прикрываю. Главное, не ссы. В смысле? Кто там, бляха, захватывает мою базу? Ау, алло, одумайтесь, окститесь. Естественно, я не скажу тебе ничего нового, если скажу, что со своими пацанами в эту игру гораздо веселее. Потому что это логично, свои пацаны не будут тебе в микрофон всякую хуйню нести. По типу Виктора, которого мы... Ай, да, блядь, сейчас как стрельнет меня, спокойно! Сука, стрельнул уже, блядь! Не поднимается пушка у меня сюда! Быстрее! У меня пушка туда не поднималась. Его убили, да? Обидно. Обидно, его только что убили, а у меня пушка туда не поднималась, представляешь? Все, короче, ладно, сейчас это делаем красиво. Опять сажусь вот на этот ИС, который меня вручает. Который делает все хорошо. Вот ИС-7, наверное, да? Нет, вот этот. Вот этот всех живучий. Он, конечно, не очень мобильный, но раз он живучий, значит, я подольше поживу. Спокойно. Сейчас главное не паниковать, главное не психовать. Это карта боя Энск, которую нам с тобой показывают. Если бы я еще знал все карты, чтобы видеть машину противника, наведите на нее прицел, нажмите ЛБ. Окей. Запрос огневой поддержки к машине противника позволяет скоординировать действия союзника. Вот, понимаешь? А если ты с пацанами сидишь в каком-нибудь TeamSpeak, там, Skype или чем-то, то это еще проще позволяет тебе координировать действия союзников. Сейчас сделаем красиво и все. Ой, блях, вот эта карта, она, по-моему, я на ней играл. Да, наверное, здесь, короче, прячутся за вагонами, и хрен кого найдешь. Если я поеду вперед, меня опять убьют. Поэтому я пойду сломаю вон тот дом. Он никому не принадлежит, если что. Нет, так, в реальности дома ломать нельзя ни в коем случае. Но этот бой никому не принадлежит. Этот дом никому не принадлежит, поэтому я в него стрельну.
Нет, я не буду не устраивать. Я не буду тратить патроны. Потому что у меня долгая перезарядка. Все, поехали. Противник наступает. Нам нужно уничтожить всю вражескую технику. Или захватить его. Ай, вагон ломается. Пойду дом сломаю. Подожди. Сначала сломаю дом, потом поедем к противнику. Сейчас надо реально действовать аккуратно. Хорош! Кто успел-то? В смысле? Вы чё, блядь, ебанулись? Я только начал, меня уже палят. Ты посмотри, а. Ой, какой же от этой неприятной карты, как же мне не нравятся такие карты, ну. Здесь реально, здесь все коридорное, вот такое вот простреливается от дома к дому, от дома к дому. И попробуй за всеми дырками уследи. Сколько глаз-то надо, чтобы, блядь, за всеми дырками тут следить? Так, ладно, один, спокойно, один куда-то едет туда, прямо рядом со мной, спокойно. Тихо, я в засаде. Я в засаде, я часть дома. Я просто недостроенный фундамент. Спокойненько. Нет, он где-то там запрягает. Не надо, на. Опа. Спокойно. Это, блядь, как сейчас было сделано? Кем? Ага, все, понял. Е-е-е, завязывай, враг, ты чего? Где какой враг-то, блядь, я даже не вижу никого. Кто в меня целится? Ну-ка нахуй, через ворота поеду спокойно. Меня тут не ждали, но я открыл их сам. Тихо, аккуратно. Ага, все, вижу одного спокойненько. Блях, на ней не застрелишь. Да. Ладно, живи пока, мудак. Живи. Поеду к пацанам. Поеду к пацанам. С пацанами, наверное, повеселее будет стрелять сейчас. Не надо меня стрелять, пацаны, не надо. Так, вижу, вон он там, сука, лазит. Все, 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 все. Все, попался, попался, попался. Мы в поле зрения противника. О, бляха, ты кто такой-то, дружище? Ты кто, бляха, такой-то, алло? Перезарядка! Ну как так-то? Сука, как он здесь показался? Почему на карте не было его? Что это за хера? Опачки. Бляха, почему его не было на карте? Что за херня? Ведь он, сука, обошел где-то меня, представляешь? Где-то обошел. Так, ладно, спокойно. Ну-ка, повернись. О-о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 -
понять, что происходит. Его же не было на карте, или мне показалось, что его не было? По-моему, его не было. Я уже и аптечку использовал, и хилку, то не хилку танка, ремонт танка. У меня осталось только огнетушитель, чтобы пердачело что-нибудь потушить. Так, тут, короче, сейчас будет смертельный бой, потому что меня сейчас разъебут, я слишком в кучу еду противника, спокойно. Пиздец, я не попал в него, хорошо, нормально. О, я врезался, все, пизда рулем. Движение невозможно, я все понял. Давай, 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 да, красиво! Пацаны, поддержите, пацаны, помогите. Блять, вот кто-то ехал и не попал в него, смотри, вагон снес, в него нет. А стрелял красиво. Сейчас бы стрелял, прям попал бы. Тихо, 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 тихо. Вот тупырь, сука, ушел, а? Ушел, падла! Ну ничего, спокойно, хилка еще есть. ХПшка у меня еще есть. Значит, я не проиграю. Тихо, вылазь. Но. А-а-а, ты ж за ангаром стоишь, сволочь. Вот нахуя я туда еду? Да стрельни ты в него! Или я стрельнул только что? Пизда рулям. Все, поехали. Без толку. Не-не-не-не, тихо, 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 тихо. Он меня не попал, прикинь, он меня не попал, лошара, спокойно. Эй, а чё не крутится башня-то у меня? Ты, блядство, какой... Уехал, сучёныч. Ой, тихо, тихо, тихо. Ах, чуть-чуть, блядь, не успела, бляха, чуть-чуть не успела нажаться кнопочка, так бы я его сейчас бы прям бы... Фу, ты, сука, да, на, бляха. Ай, как же это вот временами не хватает миллисекундрюшечки просто. Миллисекундрюполюшечки просто какой-то не хватает. Так, короче, подожди, я сейчас найду себе идеальный танк, и мы с тобой еще одну катку просто вот такую вот. Короче, выбрал КВ-1С. 17 патронов, значит, он будет
я так определяю скорость стрельбы танка. Значит, он примерно будет стрелять побыстрее, чем эти ИСы. И помедленнее, наверное, чем Черчилль. Но! На ИСах вот я не могу. Ну, бляха, как я могу прицелиться, когда я не могу прицелиться? Я должен прицелиться и точно стрельнуть. Так они же ездят, они же умные все. Они же все понимают, что нужно туда съехать, сюда отъехать. А я не привык к такому. Я не привык, что у меня стрелять, а потом сидеть ждать перезарядки. Как это вообще в голову мне не входит? Оказывается, нужно ждать. И меня это, короче говоря, вообще просто... А еще, если бы я знал все эти... Сколько там, 70, по-моему, примерно локаций, то было бы еще лучше. Ну попробуй-ка выучи 70 локаций. Тут, короче, подсказки можно листать. Но когда у тебя пригорает, можно спокойно успокоиться и посидеть, посмотреть на подсказки. Почему бы и нет? Туман. Здесь туман или что это? А, это море такое, бляха. Вот тумана мне сейчас еще не хватало здесь. Все, захватываем базу противника. Уничтожаем его технику. И спокойно живем. Спокойно живем и... Все, хватит. Дай-ка я попробую пострелять. Давай постреляю быстрее. Ну? 5 секунд ждать. Дай пострелять. Пять секунд перезаряжать. Тоже долго. Ну такое, конечно. Ну побыстрее, естественно, чем на этих. Ну, бля... Я понял все. Ладно, извиняю, чувак хороший. Ничего страшного, бывает со всеми. Хе-хе-хе, брат, не знаю за что. Но раз человек извинился, нужно его извинить. В чем проблема-то? Надо занять очень скрытную позицию. Чтобы меня ни один радар, короче, не палил вообще нигде. Так, вон с пацанами поедут туда. Ой, пацаны друг другу таранят. Что вы делаете, пацаны? Что вы делаете-то? Серьезный бой, блядь. Давай тут еще прикалываться, ездить друг другу таранить. А! Это кто сейчас был? Ай! Чувак, хорош! Ты меня пони... Оп, все, пизда, отхожу, не знаю где. Вижу где-то впереди. Ага, вон там он. Отлично, все, все, выезжай тихо. Ты вот его не видно, смотри, упырь какой, приныкался куда-то. Мы что тут так прям в наглую поехали, смотри. Вот эта команда мне нравится. Окей. Вот это нормальные пацанчики, то сидят по кустам, что-то там все. Хер кого найдешь. Вот, толпой едем, толпой обороняем. Чужую точку, блядь, сейчас как захватим, потом оборонять ее будем. Чтобы ее назад не захватили. Все, хорошо идем, сейчас мне нравится. Это катка победная, это катка моя. Это прям красиво все. Так же красиво, как это графика. Не, ну графика, Серега, меня прям на телеке, она меня прям просто удивляла. Так, окей, чужая база видна. Где-то там должны быть чужие танки еще на куче. Вон там два танка я вижу, допустим. Не прям, чтобы я их вижу, но они где-то там есть, я знаю. Вот они. Ух ты, бляха, не попал. Хорошо. Орудие готово к стрельбе. Попал? Нет, по-моему. Так, вон там в кого-то стреляют. Я стрелю на всякий пожар. Попал! Попал! Так, тихо. Булюшку высадил свою. Чувак булюньку высунул, сразу по ней получил, но нет меня. Сука, обидно. Так, спокойно. Более выгодная позиция. Слишком далеко. Главное, что кто-то булюньку чуть-чуть высунул, сразу по ней получит, я тебе отвечаю. Так, все того разъебали, походу. Не попал, окей. Ну я в засаде, меня никто не видит. Орудие заряжено. Спасибо. Так, это чужой? Чужой сломанный, хорошо. Выезжай давай! Выезжай, сука, я тебя палю с обеих сторон. Ага, убили его, сука. Ладно, он еще один едет, спокойно. Противник засек нашу позицию. И под камень ушел, падла. Блять, не успел. Эй! Вот конь, блядь. Хорош. А, ты ж сука. Вот так, смотри, попаду. Смотри. Попал, блядь. Хорош. Все, его высекли. Красавцы, ну мы захватываем базу. Ой, а что я стою, базу не захватываю? Наверное, подумаешь, я дурачок, блядь. Ну, а нет, его не убили еще. Все, отлично, теперь убили.
упреждающий огонь. Смотри-ка, не сработал. Ну, в него тоже попали. Ой, по-моему, нам пиздец. Да-да-да, все, конец. Нашу базу захватили. Вот это обидно. Да, мы просрали катку, окей. Ты, бляха, муха, из-за тебя все, дружище. Ну, мы почти успели, у нас почти получилось, но нет. Это показывает, что не всегда катка идет так, как ты хочешь. И это, конечно, грустный момент, но не настолько, чтобы грустить совсем и полностью. Такая вот игруха, такая вот консоль, такая вот игруха на этой консоли. Если тебе понравилось, или ты вдруг решил пересесть со своей компушки на консоль, где, в принципе, все будут в более-менее равных условиях, потому что консоли с начинкой со всей одинаковой, а это значит, что ни у кого не лагает, и все твои отмазки по поводу того, да залагало, там зафризило, уже не сработают. Короче говоря, ссылка на игру в описании под видео. Там, если ты вдруг решишь играть на консоли, новичкам какие-то плюшки раздают по этой ссылке. Поэтому, если хочешь пересесть на консоль, то вперед. Ссылка на Луиса, остальные два гляшка в описании под видео. Игрушка хорошая, серьезно, в ней можно залипать. Я никогда в нее не играл, не знаю почему. Просто как-то не сложилось. Но я поиграл, я понял, что если я буду в нее играть, то я вообще-то тащер, самый великий, самый хороший тащер. Выглядит она просто охеренно. Вот графика прям вот огонь. Я реально на телеке включал, и, блядь, каждый пикселек видно, там листочки тарахтушиваются, и все. И карты мне зимние попадались, я люблю зимние карты. Короче, полно локаций, более 400 там нафиксированных видов, короче, техники, чего только нету. Но это все, просто глаза разбегаются в этом очень, наверное. Ну, тех, кто понимает, тот по-любому найдет, чем здесь заняться. А тот, кто не понимает, тот разберет и найдет, чем заняться. Короче, все весьма и весьма интересно. На этом мы закончим. Опять-таки, если ты решил поиграть на консоли, пересесть, так сказать, на консоль, пересесть на другой агрегат, то ссылка в описании под видео с начальными плюшками какими-то там для новичков. Ссылка на плейлист, давай гляшка в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм, комментируйте, ставьте лайки и всем до встречи. Кто ее знает, может быть, и здесь же, а может быть, в других играх, а может быть, в других видео. Короче говоря, где-нибудь. Все, всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.